Всем привет! Всем привет! Скажи, меня зовут Асунта. Меня зовут Асунта. Браво! Chi è che ha aperto là? Perché si sente rumore? Mo apriamo un po' aria condizionata. Руки. Хорошо. А ну-ка поздоровайся с моей публикой. Всем привет. Ой, не знакомься. Цауон хайда. Цауон хайда. Тинуа, puoi raccontare qualcosa? Allora, мы поехали. У нас сегодня выезд с моей подружкой Асунтой. Дверь чья-то открыта. Дарите. Cosa hai detto, Assunta? Так, от Миланы уехала, приехала к Асунте. Вот. И едем по делам. У нас мы такие деловые, у нас великие дела, да? Да, Асунта? Да. Мы по делам едем, да? Куда, да. Мы? Куда мы едем? Non ti ricordi dove andiamo? Dai, come? Non sai dove andiamo? Dottoressa. Dottoressa, sì. Едем к dottoressi, да? Да. Ну, скажи людям добрым, сколько тебе лет? Ну-ка, ты знаешь, сколько тебе лет? Скажи, пожалуйста. А по-русски? Браво! Ведь шесть Ани. Скажи, шесть лет. Шесть лет. Шесть лет. Брависсимо. Парли бене беру, а? Да, у них кое-какие делишки с мамочкой. И мы едем вот по делишкам нашим. Что такое, Дианусик? Найдарачик. Всем привет. Всем привет. Мы с малышкой пришли в парк. Вот такой красивый парк. Видите? Сейчас мы вам покажем наш парк. Вон там качели есть. Она хочет, чтобы... А, вот так. Все, пока мама ее у доктора, мы здесь погуляем с ней. Коса, ты в Америке? Коса? В Америке, папа. Си, си, си. Челай, две амики, ква? Assunta, però quando vai adesso a giocare, aspetti che arriva il turno, no? E poi giochi, va bene? E passare magari più piccoli così e vai a giocare. Ok. Attenzione. Ok. Ох, как здесь хорошо детям. Ну вот это я понимаю. Хоть в кассерте здесь такое. А, dimmi, dimmi. Dove rotto? Ah, quello? Vabbè, se vuoi andare nel castello, però piano, eh? Oh, taxi è tutto. Со своими, в принципе, я тоже когда-то, когда мои близняшки были маленькие, я тоже с ними приходила, но тогда здесь такой красоты, конечно, не было. Это было 18 лет назад, чтобы вы понимали, даже 19. Вот. Так, куда она у меня делась? А, вот она. Все, пошла в замок. Давай, куда пошла? Еще выше. Пошла повыше. О. Угу. Так, она сейчас, наверное, выскочит откуда. О, уже съехала. Асунта. Fai piano però, va bene? Ok. Dove vuoi andare? Ah, brava, vai. Siediti. Ti faccio io? Dai. Ti faccio io. Ti dondolo io. Oh, vai. Bello. Mantieni bene. Forte. Ok. Attenzione. Не облокачивайся назад. Аж у меня это сердце в пятки ушло. Non ti abbassare dietro, Assunta. Ok? Vai.
E gioca pure qua, sì. No, mettiti in un altro modo, come si deve. Non riesco a girare. Alza la gamba. È così. È così devi fare, piano piano, non forte. Assunta, ho detto piano. È così, cavallo come fa? Capite, capite, capite. Но такие детские игры ей не нравятся. Пошла снова наверх. Наш, видите, она по одним и тем же качелькам два раза не хочет ходить. Ну и оттуда она выскочила, я даже не видела. Ma da dove sei uscita? Da quella? Сейчас вынырнет отсюда. Ой, это самая высокая, но хоть она прямая. Она пошла там в другую петлю какую-то. О, одна девочка, сейчас будет другая девочка. О, еще одна. Давайте уходите. Вот. Ну, где наша? Вот она! Привет! Молодец, Асунтик, молодец. Молодец. Quale classe stai facendo a scuola? Seconda C. Seconda C. Скажи по-русски, теперь я хожу во второй класс. Второй класс. Да, молодец. Ты хорошо учишься в школе? Dimmi. Allora, praticamente si sta alzando il terreno. Dobbiamo cambiare classe, vado sopra. Sì. Пойдешь наверх? Да. Да. У нас, говорит, пыль поднимается в школе, и я перейду теперь на верхний класс, да? На верхний этаж. Я сама такой мастер. Верхний, второй этаж, да? Секундо пиано, да. Браво, фай браво. Асунта, а какие уроки ты делаешь в школе? Математика есть у вас? Всего, всего, говорит, понемножку. Sì, sì, dici. Tutte le materie che ho fatto, italiano, matematica, tecnologia, arte e potenza. Aspetta, li devo tradurre. Matematica, italiansky, tecnologia, poi? Poi, arte e macine. Рису, это, рисование. Poi. Да, потом, что еще? Scienza. Природа, потом. Poi. Музыка есть, музыка? Да. А, музыка есть. А что вы делаете на музыке? Ага. Дизайня... Когда бывает... А, все, когда бывает какой-то... Это на рисовании. Sí. Когда бывает праздник папы, мамы, бабушки, да, какой-то праздник, день рождения, они приготавливают поздравительные открытки, да? Рисуют, да, Сунта? Рисуют, готовят праздники для своих близких, да? А как она читает, хорошо, да? Жаль, что у нас нету книжки, а только ты почитала. Все, она уже долго не может сидеть на одном месте. Ты хочешь проехать? Иди, проезжай. Аккуратно! Видите, как развлекают маленького. Сейчас они его будут фотографировать. Асунта моя здесь катается. Ну и фотографы стараются его мелкого. Он бедный, ничего не хочет. Упс. Yeah.
Она думает, я ее фотографирую, а я видео снимаю. Да, куда ты пошла? Застеснялась. Да sopra cosa? Stammi i numeri. Non toccare, sì, c'è il rosso, quando c'è il rosso vuol dire che sto registrando. È vero? Sì, quando c'è il bianco sì. Sto registrando. Quando c'è non fare così, non fare così. Perché poi lo pubblico. Certo. Devi, sai dove devi guardare? Dove c'è il puntino verde qua. Così li guardi proprio nell'occhio. No, però le mani così, no? Мы все погуляли, уже устали, уже маму ждем, и ждем, и ждем, она все не идет, да? Да, да. Да, подожди, сейчас телефон мой пойдет, ты что делаешь? Ой, 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 ой. Ну, это что за энергия? Это что за энергия? Вот эту всю парапет, вот этот весь, она весь 5 раз обходила вперед, назад, вперед. Ну, я с ней рядом, держу ее за ручку, она гуляет, правда же, Асунта? Да, да, Асунта? Да. Да. Передай привет бабуле своей. Нанашке передай привет. Привет, Нана. Иди сюда. Нет, пошла. Иди сюда. Привет. Привет. Кто привет? Кто? Маге передай привет. Мага. Да, иди же. Мага, привет. Я скучаю по тебе. Давай. Мага, я люблю сильно-сильно. Сильно-сильно любишь, да? Скажи, Мага, я... Ma non ti ha visto, però devi guardare là, come fosse in faccia sua. Dici, Maga, io ti voglio più sinna sinna, scusi. Maga, io voglio più sinna sinna. E io cavo, любиш? Nonna Rita. Nonna Rita. E io? Zizi. Sì, e io? Кого еще любишь? Это она... Маму. Ну, мама здесь, а ты обнимаешь и приветы передаешь, которые Эми там. И моим двоюродным говорит. А дяди, зайка? Да. Зайка. No, io sono andata là. Sì, però tu hai mandato ciao a tutti quanti? Sì. Сделай воздушный поцелуй. Ecco, все. Всех стака, поцеловали. Стака, си, стака. Си, сто стаканов. Си, всех поцеловали, всем передали привет. Пока-пока. Вот так она вам и песенку спела, пока снимала облака. Асунта, скажи пока-пока. Ко-ко. Пока-пока. Мы зашли в магазинчик. Вот такой интересный.